это направьте их к нам. Они мимо нас проходят, мимо нас, 200-300 метров. Сейчас стой, слушай, вот ты говоришь мне, они прекрасно тебя слышат, понимаешь? Прекрасно тебя слышат. Дайте их позову, я буду с ними разговаривать. Стоя так, как со мной. Они все слышат. И все же думают о них, так и скажи. Вертушки, вертушки, вам это вязать тоже привет. Какого вы чертова вязать-то? Если вы своих мужиков спасти не можете, вы что, давайте снега опуститься, что ли? Твою мать, Паша, засунули, что ли? Да брось ты. Я стрелял с минометом. Я разрезы видел. Подкорректируй. Метеор, более 32 на связь. Не надо ничего. Помощь нам дайте, помощь. Вывести 300-200 и нам выехать отсюда. Тут еще 10-15 минут, а здесь полностью всех накроют. Корректировать, это мне нужно выходить на помет. Я даже поднять головы не могу поднять головы. Тут с 4 сторон долго, с 4 сторон. Так что ничего не надо. Надо ленточку срочно отсюда забирать всех. Ты что, ленточку подбили, не надо везжать. А подкорректируй огонь, минометы, как понял, на прием. Ленточку подбили. Вы не бойтесь, я под стыковки на все захватите положение. Я понял прием. Но силы мы будем решать сами. Будем решать сами. Спасибо вам за помощь.